Вот и подходит к концу юбилейный для нашей республики год. И пришла пора подводить итоги нашему проекту «Пути великих свершений» в лице автора и руководителя проекта, советнику главы нашей республики Георгию Дмитриевичу Никонову. Ну, уважаемые друзья, коллеги, действительно, 2022 год для нашего проекта стал большим творческим подъемом. Мы закончили первую серию фильма «Пути великих свершений. Дойти до края», где рассказывается о Семене Дежневе в лице его эпоху первопроходцев, которые пришли в Якутию, освоили Северо-Восток, Чукотку, Камчатку и так далее. Фильм был показан 27 апреля, День нашей Республики, после интервью главы Республики, показан по телевидению НДК Саха, участвовал в нескольких проектах за пределами Республики, показан кинотеатрах и других мероприятиях, которые были посвящены к столетию Республики Саха-Якутия. Мы начали работу по второму фильму. Это будет фильм о 18 веке нашей эпохи, об истории Якутии. Это будет рассказываться тоже в лице Витуса Беринга, действительно великого человека, который был в Якутии, зимовал 4 года в Якутске, пробил дорогу в Охотско-Тохоцкий тракт, дошел до Америки, а также под его руководством была проведена Великая Северная экспедиция, которая имела глобальное значение для нашей страны. Ну, сейчас работы в этой теме продолжаются. Наш фильм был приглашен для участия в фестивале «РГО» в городе Москве в августе этого года. После этого был участником культурной программы Восточно-экономического форума в городе Владивостоке. В Хабаровске была молодежная конференция, посвященная путям великих свершений, где был рассказан и показан фильм об этом. В этом году был перевыпущен наш исторический альбом «Пути великих свершений», шеститомник, который является основой нашего проекта. И на днях закончена передача 5-6 тома для мероприятий, посвященных столетию Республики Саха-Якутия. И планируется до конца года, вот 9 декабря, планируется презентация фильма «Дойти до края пути великих свершений» в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге, где будет еще фотовыставка, посвященная проекту «Пути великих свершений», показаны фотографии Дюлус Анатольевича Антонова, работника нашего постоянного представительства по Дальнему Востоку, который по совместительству является фотографом. Как вы знаете, на днях был спущен на воду атомный ледокол, который назван в честь нашей республики Якутия. И мы тоже на днях тоже узнали, что штурманом этого ледокола будет наш уроженец Якутии Меркулов. И он будет представлять Якутию в этом огромном проекте, как атомный ледокол, который будет работать на Северном Ледовитом океане. В этом году была большая экспедиция «Остров Бенете», который находится в Северном Ледовитом океане Русского географического общества, якутское отделение под руководством Николая Александровича Находкина. И действительно, эта экспедиция, которая началась в прошлом году, но она в прошлом году не смогли дойти до острова Бенете, но в этом году достигли, поставили якутскую избу «Балаган» на этом месте как маяк, как место база для терпящих различные экстремальные ситуации на Северном Ледовитом океане.
Но сегодняшняя наша передача будет посвящена к этому проекту. Николай Александрович сам будет рассказывать, как это проходило и какие выводы, какие итоги будет иметь эта экспедиция. Вот меня привлек этот остров Беннетта из-за того, что по космическим съемкам, да, он иногда выбрасывает дымы, огромные шлейфы дыма. Они доходят до Канады, до Аляски иногда. И, конечно, зародилась мысль, что там есть вулкан. А так как Беннетта относится к Якутии, Булонскому лусу, то есть получается, что живой вулкан в нашей республике есть. И, конечно, хотелось бы его изучить. И в связи с тем, что льды Северного Ледовитого океана с каждым годом все дальше уходят на юг, то получается, что какое-то время в году остров Беннетта оказывается на открытой воде. Это почти 1000 километров от Тикси. Мы всегда говорим, что самый суровый северный поселок, а от него еще 1000 километров почти на север. И, конечно, захотелось побывать на нем и изучить. А так как он, в советское время там всегда льды были, и причем зимой там начинается Великая Сибирская полынья. Она не замерзает. То есть всю зиму там идет ледоход. И летом также ледоход шел. Поэтому остров крайне труднодоступный. Одиноко стоит в океане, и по нему очень скудные научные данные. И, конечно, хотелось это изучить, и я посоветовался со своими друзьями, и мы дали заявку в Русское географическое общество, что хотим изучить этот остров и просим поддержать. И еще один момент, который меня привлек, это когда начал изучать историю Беннетта, мне наткнулись статьи сенаторов США, которые были такие, которые претендуют на эти острова. А сейчас, как вы понимаете, международная обстановка сложная, и в Арктике она начинает обостряться в связи с тем, что льдов меньше и так далее. И, конечно, любую зацепку там могут использовать в современных ситуациях. И в арктической доктрине США там написано, если в Арктике не используемые земли бесхозные, то они считаются ничейными. И поэтому из-за этого еще больше захотелось побывать. И Русское географическое общество, в принципе, поддержало эту идею. И мы стали готовиться. Вот перерыли кучу материалов, нашли труды Эдуарда Толля, это барон, который там потерялся, организовал первую полярную экспедицию в 1902 году. Когда он выходил туда, его аж император России провожал в Санкт-Петербурге. Очень была такая мощная экспедиция. Он 2 года туда добирался. И в конце концов из-за льдов они не смогли дойти. И он пошел пешком туда. На байдарках было 2 наших земляка, Усьянский, Горохов и Дьяконов. В некоторых трудах пишут протодьяконов. И астроном Зейеберг. И вчетвером они дошли до Беннетта и потом пропали. И в поисках их, лейтенант Колчак, тоже мы его труды нашли. И он дошел до Беннетта, нашел записку Эдуарда Толля. То, что они там были, искали землю Санникова. И после этого записка, что они направились на юг. И, видимо, в этих льдах они потерялись. И когда мы стали готовить экспедицию, и нам, конечно, хотелось подчеркнуть, что
ну, чья-то земля. Поэтому у нас цели были такие, там установить жилище якутское, балаган, потому что его, во-первых, строить не надо кранов, во-вторых, это, ну, традиционное жилище, которое приспособлено к экстремальному климату. И, естественно, если балаган есть, то надо серьге поставить. Серьге мы, ну, ставили, его сделал Павлов Александр, энтузиаст, он, ну, лично взялся сделать, лично сделал. Это и был очень доволен, да, рад, что мы смогли довести туда. И мы, естественно, как местные жители, мы старались соблюдать все обычаи, которые серь томы, тутугататума. И ну, вот, когда вот наша задумка такая была, мы искали способ, как туда доставить. Оказалось, в нашей республике нету судов с допуском такие высокие широты. А если арендовать судно где-то в Архангельске или в Мурманске, очень дорого. Сутки там, ну, больше миллиона рублей. А оттуда идти-то там 3-4 недели надо. То есть таких, ну, естественно, средств не было. И мы решили использовать надувные катамараны. Мы знали, что на них делали кругосветные путешествия там. Поэтому, ну, думали, ПВХ, вот этот новый материал, он не как резиновая лодка, конечно. Из него и домкраты делают, там, 10-тонные, 20-тонные, там, ну, вещи поднимают. То есть он достаточно крепкий, но на севере, конечно, на них очень редко ходили. Ну, в основном из-за льдов, конечно, и достаточно там жесткие условия. У воды находишься, полметра воды на открытом месте, там все и сырость, и ветер, и снег там. Все достаточно жестко, но в команде были местные ребята, все местные, в основном спасатели со службы спасения. И был один блогер, скажем, Санкт-Петербурга, который переехал сюда. И вот когда мы завершали экспедицию, ну, в этом году, на завершающем этапе нас было 8 человек. Но ни одного моряка не было. И, ну, морского опыта у нас не было. По ходу пьесы мы его нарабатывали. В общем, за эту экспедицию, да, мы 4 раза пересекали море Лаптевых. И 2 раза пересекли Восточно-Сибирское море. И потом достаточно вот такие большие, опасные есть эти проливы. Дмитрия Лаптева, Этерикан, очень сложно. Ну, там течение и встречные ветры, ну, волна даже в спокойную погоду там есть. Дмитрия Санникова пролив. И тоже вот, ну, единственное, где мы встретили льды, это был Благовещенский пролив. А так по всему маршруту, ну, больше льдов не было. И по сравнению с тем, как ходил 120 лет назад Колчак, он большую часть там по льдам тащил вельбот. А у нас вот открытое море, вот настолько изменился климат. Когда мы были на Бенетто, естественно, ну, хотелось сравнить с данными, которые получали люди, которые раньше там, ну, были. Ну, сейчас можно сказать, что там 28 видов птиц обитает. Вот всех медведей, которые мы видели, мы их снимали на фото, видео, потом сравнивали. И, ну, пришли к выводу, на этой маленькой территории, ну, 4 разных медведя мы видели. По крайней мере. Большие лежбища этих моржей есть. И на скалистых берегах там большие птичьи базары.
а птичьи базары, да, их птиц же, ну, как комсомольским призывом на север не отправишь. Еда, значит, есть. А если еда есть, значит, ну, рыба есть. Тогда опять надо вот эти, ну, проводить эти изучения. И один момент нам не успели просто мы сделать. В планах стояло у нас провести подводные съемки дна около Бенетта. В тех местах, откуда выходят дымы. Потому что в 1974 году там судно проходило, и в 1983 году. И за 9 лет там они отметили, что дно выросло на 12 метров. А так как с 1983 года почти 40 лет прошло, вот этот конус подводного вулкана, наверное, он может уже на поверхности. Но когда мы были на Бенетте, мы, ну, занимались вот строительством дома, да, и чтобы катамаран не шаркался об камни на прибое, мы с помощью лебедки там тянули и вытянули его, ну, насухо, чтобы он не болтался. Чуть-чуть волна доходила до носа. И у нас перед отъездом вот случилась такая ситуация. Мы готовили ужин. А так как газовая плита у нас есть, поэтому делали это на катамаране. Ну, на берегу, но в самой каюте. И я внутри был, я не заметил, откуда пришла волна. Огромная волна ударила, и вот то, что мы готовили там, наши кастрюли, этот чайник, я эти сгущенки, банки еще открыл. И от удара все перелетело через мою голову там, на другую стенку. Думали, что такое. И развернула катамаран, и вторая волна ударила, и транец, мотор там все оторвало. Я еле успел выключить газовый этот баллон. И катамаран утянуло, ну, в море. И море после этого успокоилось. Ну, с трудом, но это катамаран вытянули на берег. И потом, ну, стали перед задачей, что нам обратно ехать. И из двух катамаранов надо собрать один. А волны, да, они были такие, как иногда бывает вот в тихую погоду на реке. Какой-то пароход пройдет, после него волны большие приходят и опять успокаивают. Там вот была очень похожая такая картина. И та вершина подводного вулкана, которую мы должны были исследовать, от нас находилась там 3,5 километра, ровно напротив. И все-таки, мне кажется, это дыхание вот этого подводного вулкана, она там есть. Так далее, да, и, конечно, нас благословили здесь все наши близкие. Эдей Дора очень помогла. Она, ну, так хорошо нас напутствовала дорогу. Мы там, конечно, старались все придерживаться. И интересно, вот такой момент, да, там в Тикси, например, если собрать штиль в течение года, то это 7 суток только, остальное ветер, только направление меняет и силу. Вот когда были в Нижнеянске, мы почти неделю ждали погоды. Было, ну, настолько сильные ветра были. А здесь в штабе у меня сын, ну, руководил этим штабом, он имеет вот навыки. Работал вот с компьютерными разными этими программами. Вот и спутниковые заглядывал программы, и всякие. И мне звонит, говорит, что погода установилась, и давайте вперед. Поэтому мы ночью поехали из Нижнеянска. Он сказал, вот пятачок такой тихой погоды, да, где-то полдня. Ага. Но он идет, смещается на север.
Если вы за него зацепитесь, пройдете. И получилось так, что мы ровно шли за этим, ну, более-менее тихим участком. Очень быстро собрали наш стройматериал, когда дошли до Ляховского. Перешли вот море Лаптевых. На Ляховском вообще это загрузили и дальше поехали, чтобы не отстать. Ахай, Ильгер! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Более подробный рассказ Николая Александровича Находкина об экспедиции на остров Бенетта вы можете посмотреть на сайте нашего проекта «Пути великих свершений». И в конце нашей передачи мы переходим к новостям нашего партнера, акционерного общества «ТАТ Автодор», возглавляемый Иваном Ивановичем Бочониным. ТАТ Автодор китайничафи бекке ларха блини другуна 600 миллион болон тураш годо ларга объем оно ин ол егер быйыл 30 километр региональный болдыру тут оңдубут устатта кайсыкатыгар карбала кайсыкатыгар устатта 7 километр карбала 500 километр он на блигин объем илгия бюс он на бюджет Аллаха объем улан рот эти устаттага он на харбалаха осы аутутагас анар километр шул он на контракт батыс пыл бүгдынан блин болгана харбалаха ус анар километр кутан турабыт бурун он на пакететин он на тахалан тумны ярдылы все эти километры купить балахпыт блин не трудно нам было вот учет единица техники лидер тёрден чаки лидер дарха балаховы улу карар истер отдел улу мастера волован кыңыр түгер хүрүнү лебиттен беге харыр астаан ол күрдүк калыма федеральных улугар 115 километр республиканская волба булун онна өтүк көл харбалах тышмак болуп көнүн көрөбүз иштебит ол көрдүк көн устата 4 единица кдм кары растыр 2 трактор онтон бири бөлүрүш мосталары растыр сөткөлүр онна болтура үстөк атвалла тракторда күнүн аксан кары растырлар онна бул знагын остановкалары освещение карын растыр үс вазир 12 рабочий лидер. Бүгүн булда чорда нагыз карадыз. Онда тымны нагыз бакка эти техника агылдыбы техника бары бүгүн 90 лилий сылжалар. И в конце нашей передачи пожелаем партнеру нашей телевизионной программы, акционерному обществу ТАТ Автодор, счастливой дороги и доброго пути.